Ребят, всем привет! Перехожу вот на новый формат моделей, потому что привычные для нас с вами модели, они дорожают. В мире кризис, в каких-то странах топливо повышается, а у нас вот повышаются цены на модели. И я решил, скажем так, как модно сейчас говорить, переобуться и открыть для себя новый формат масштабных моделей. Такие вот, например, как вот этот игровой набор. Ну, мы с вами позже посмотрим, сравним вот эти новые модели со старыми, которые я собирал ранее. Сейчас вот будут вот такие вот прекрасные, на мой взгляд, и недорогие модели покупать к себе в коллекцию. Откроем, давайте посмотрим. Здесь вот такая интересная коробочка. 3+. Не может не радовать, что ручки и ножки двигаются. На пятачок вот этой фигурки можно нажимать. По-прежнему со мной остается только вот мачетовский инструмент, которым я могу открывать теперь вот такие замечательные модели. Открывать, любоваться, наверное. Вот. Ну и показывать вам то, что мне интересно. Коробка такая сложная. В общем, придется сейчас немножко здесь повозиться. Открыть ее. Демонтировать нашу масштабную модель. Видите, здесь вот нужно будет открутить два винта и извлечь фигурку вот этого замечательного поросенка. Сейчас я найду отверочку. Что-то я как-то не подготовился. Откручу, и мы посмотрим. Очень легко модель автобуса и поросенка извлекается из коробки. Нам сейчас нужно только открутить при помощи замечательной отвертки и извлечь. Так, а почему не извлекается? Почему не извлекается? Здесь еще проволока что-то перемотана. Ладно, не буду я вас тоже мучить. Очень интересная модель. Сейчас я ее открою, и мы посмотрим с вами. Какая милота, ребят. Смотрите. Фигурка поросенка. Отдельные детали. Шевелящиеся ручки и ножки. Я очень рад, что я приобрел эту модель. Она будет радовать меня в моей коллекции. Смотрите, какой замечательный автобусик. Микроавтобусик вот для этой замечательной свинки. Съемная крыша, смотрите. Такая крыша. И что-то у нас здесь, какие-то подарки. Это, скорее всего, что это может быть? Это, наверное, столик на 4 персоны. Ничего подобного в других масштабных моделях, ребят, этого вы не увидите. Видите, может свинка ехать пассажиром, и также может еще и быть шофером этого замечательного автобуса, который имеет у нас зеркала заднего вида отдельными деталями. Посмотрите, какая замечательная задняя часть с исполнением задних фонарей. Даже есть выхлопная труба. Имитация дверных ручек, запасное колесико. Вот такие вот фары в виде глазок. Автобус выполнен, наверное, в стиле самой вот этой свинки. Посмотрим детализацию снизу. Не беда, что она отсутствует. В принципе, игровой набор может нам вполне заменить подорожавшие масштабные модели, да, которые мы всегда с вами покупаем. Вот посадили свинку, и можно успокоиться, поиграть.
повспоминать давние времена, когда модели еще были совсем недорогими, скажем так, ну, по карману нам, да. Вот, а теперь мы, по крайней мере, я перехожу вот именно вот на такие масштабные модели. Можно их даже назвать, наверное, сборными. Вот, оп, крышу одели, если дождик или солнце. И можно ехать куда угодно. Давайте сравним эту модель с моделями, которые я раньше собирал. Если сравнивать с моделями, которые я собирал в прошлой жизни, вот, например, вот с таким автобусом, да, наверное, кто-то из вас воскликнет: ну куда же ты? Конечно же, вот эта вот модель лучше. Ребят, уже не лучше. А для меня теперь вот это вот актуально. Ну, можно, конечно, сравнить и с другими моделями, которые мы считали раньше своими. Вот. То тоже вот этот поросенок наверняка выигрывает, да, по цене. Да, ну и что говорить уже по качеству, наверное. Вот. Что я могу еще от себя добавить? Да, наверное, конечно, ролик, может быть, кому-то не понравится. Не все захотят переходить вот на такие масштабные модели. Но жизнь диктует свое. И никуда от этого не деться. А радовать себя какими-то игрушками хочется, да? Поэтому вот я, ребят, перехожу и вам советую переходить вот на такие масштабные модели. Больше ничего не могу сказать. Наверное, все в шоке. Да и я тоже. Увидимся с вами в следующем видео. Пока, всем удачи!